Итак, сегодня мы с вами приготовим два блюда. Одно блюдо будет горячее, называется оно сабджи. Это индийское блюдо, приготовленное из тушеных овощей. И вторым блюдом будет салат. Салат интересный, такой необычный, с сельдереем, с киви и черносливом и с очень оригинальной заправкой. Я немножко расскажу сначала про индийскую кухню. Она отличается тем, что в ней часто используются специи. И человек, который готовит по индийской традиции, он должен быть в особом расположении, в особом воодушевлении, он должен быть на позитиве. А самое главное – специя в Индии. И вообще, в принципе, я думаю, что она должна быть самой главной везде, во всех странах мира. Самая главная специя – это любовь. Итак, мы начнем готовить наше блюдо. Начнем мы с того, что мы разогреем нашу сковороду. Нальем в него масло. И в масле мы будем обжаривать специи. Специи можно брать по собственному вкусу. Я предпочитаю имбирь, кориандр, мускатный орех и семена горчицы. И обжариваем до тех пор, пока семена горчицы не будут немножечко пощелкивать. Да, к такому блюду, как сабджи, надо подготовиться, запланировать заранее, какие продукты вам надо будет купить. А пока наши овощи уже затушились, и мы можем перейти к последнему этапу приготовления сабджи. Мы закладываем обратно наш адыгейский зажаренный сыр на оливковом масле. Заправляем все это сметаной. Солим именно в конце. Добавляем куркуму и порезанную кусочками помидорку. И еще маленький секрет. Чтобы не было излишней кислоты от помидоры, мы присыпаем ее сахаром. Немножечко. Теперь переходим к салату. Наш салат состоит из сельдерея, который мы порежем поперек кусочками. Мы приготовили оригинальную заправку, которая состоит из соевого соуса, меда, оливкового масла и лимонного сока. И теперь заправляем ею салат.
тщательно все перемешиваем. Вот салат и готов. Остается его только положить на тарелочки и украсить кунжутом, который мы заранее подсушили на сковороде. Угощайтесь! Приятного аппетита! Thank you.